И также о еще одной террористической угрозе мира. В результате авиаударов авиации США и других союзников в районе иракского города Мосул была уничтожена автоколонна группировки «Исламское государство». По предварительным данным, колонна состояла из 10 машин, и среди убитых могут быть лидеры джихадистов. Предполагается, что они принимали участие во встрече главарей экстремистской группировки. Обстановка в Ираке и Сирии, где сильные позиции «Исламского государства», остаются сложной. Так, в последние дни эпицентром столкновений, помимо сирийского города Кабани, стал и Алеппо. Против джихадистов здесь воюют и так называемая «Свободная сирийская армия» и повстанцы из группировки «Исламский фронт». Эти видеокадры разместились в интернете сторонники последней. Они воюют и против регулярной сирийской армии, и против джихадистов, и против ряда других повстанческих группировок.